739 миллионов рублей выделят Канашу. Об этом в ходе своей поездки в Маргауша сообщил глава республики. Такое решение принял наблюдательный совет Фонда развития моногородов. Средства направят на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для инвестиционных проектов. 740 миллионов рублей мы с федерального бюджета получаем, плюс дополнительные свои средства будем выделять с регионального бюджета. Только в течение 1,5–2 года город Канаш получит дополнительные бюджетные средства не менее 1 миллиарда рублей. Это огромные средства, с одной стороны. С другой стороны, в этой программе участвовали бизнесмены, предприниматели, одним словом, резиденты. По их предложениям мы приняли для работы эти бизнес-планы. Эти бизнес-планы проходили соответствующую проверку на уровне этой комиссии до рассмотрения наблюдательным советом развития моногородов. И там практически инвесторы, предприниматели, резиденты будут привлекать почти 5,5 миллиарда рублей внебюджетных источников. Тем самым у нас там появятся еще высокопроизводительные технологичные производства, где будет достаточный уровень производительности труда, и для самореализации молодежи в конце будут созданы хорошие рабочие места. Это очень важно, что позволит нам увеличить доходы горожан в городе Канаше.